Большой футбол в республике возрождается. С прошлого года юные футболисты из Якутии принимают участие в дальневосточном дивизионе юношеской футбольной лиги. В этом году первая игра назначена на 14 мая в Находке против Океана. Сейчас у юных футболистов идут последние приготовления и тренировки. Подготовка в этом году более-менее нормальная. Вот недавно буквально съездили на сборы, то есть провели турне по Дальнему Востоку. Изначально 6 дней провели сборы в город Нерюнгри, потом оттуда направились в город Хабаровск. В Хабаровске отыграли 2 игры с командой СКА Хабаровск 2007 год и СКА 2005-2004 год. Потом поехали в город Уссурийск, там провели турнир. В прошлом году команда Якутии выступила не очень хорошо, но главное – это опыт и работа над допущенными ошибками. Подготовка идет ходом. Мы уже набираем пиковую форму. Хорошо отыграли на сборах против Уссурийска, Находки. Но в целом уже готовы к сезону. В этом на оборону в целом настроились. В том году была не очень хорошая оборона, в этом мы ее потянули. Ну вот, на соревнования мы летали в Уссурийск. Там мы хорошо отыграли, так что мы готовы. 28 мая наши футболисты будут принимать первых гостей, команду СКА на домашнем поле. И очень надеются на заполненные трибуны и помощь болельщиков. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск.